Всем доброе утро. Хватит писать смс-ки за рулем. Это очень опасно. Автомобильная компания решила донести до граждан это очевидное, но для многих трудноисполнимое правило и придумала наглядную рекламу. Установила на улицах мексиканского города раненые буквы. Буквальное понимание фразы «слово убивает». В Ростове-на-Дону прямо посередине дороги появился фонтан. Напор был настолько мощный, что образовалась стена из воды высотой в несколько метров. Водители, пользуясь случаем, помыли свои автомобили. Многие специально притормаживали в эпицентре и включали дворники. Видео для тех, кто со времен детства думает, что ежи питаются ягодами и грибами. В трехминутном ролике колючий хищник добрался до пойманной кем-то рыбы и с удовольствием поглощает ее. Он рыбу ест, смотри. А, ежик рыбу ест. Он ее за хвост тянет. Рыбину тащит в дом. Масенький. Ну и забавный сайт для поднятия настроения состоит из одной волшебной кнопки «Сделать все хорошо». Она предназначена для регулярного улучшения жизни. Рекомендуется к использованию специалистам разных профессий, как в коммерческих, так и в личных целях. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся!